В этом году, в мае, наша страна будет праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям, но Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Сохранение памяти о людях, ценой жизни завоевавших победу в Великой Отечественной войне – главная задача, которую ставит перед собой районный совет ветеранов, который работает в Невельском районе на протяжении многих лет, объединяя в своих рядах пенсионеров, участников войны, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов. У истоков общественной организации стояла плеяда достойнейших ветеранов-фронтовиков, людей чести. Бессменным руководителем Невельского городского совета ветеранов войны и труда в течение 10 лет была Вера Романовна Ивахно, которую до сих пор вспоминают только добрым словом. С 2016 года и по сегодняшний день совет возглавляет Валентина Анатольевна Суяковская. Человек активной жизненной позиции, ответственный и неравнодушный. Ни одно мероприятие в Невельском районе не обходится без людей старшего возраста, без участников Совета ветеранов и труда и организации «Дети войны». Огромное количество мероприятий разного рода проводятся в музее и библиотеках. Это различные мастер-классы, встречи, выставки и многое другое. Также специалисты администрации выезжают поздравлять на дому людей старшего поколения. И во всех этих мероприятиях принимают участие представители Совета. Все это нужно для того, чтобы пожилой человек не чувствовал себя одиноким, оторванным от жизни. Районный совет ветеранов взаимодействует с администрацией района и местными СМИ, отделом социальной защиты населения, школами и учреждениями культуры, а также общественными организациями.